Итак, господа, все 4 сезона, которые я нахожусь здесь, в горах Кузнецкого Алатау и катаюсь на горных снегоходах, я периодически измеряю вес этих самых горных снегоходов, так как вес – это очень важный параметр, который влияет на легкость управления горником. За это время я измерил вес у разных снегоходов. BRP Ski-Doo Summit G4 17-го модельного, 165-й трак, 249,7 кг. Summit 154-й 19-го модельного, 246 кг. 850-й Polaris Patriot 19-й модельный, 236,7 кг. Измеряли Arctic Cat Alpha One 19-й модельный год. Собственно, последний год, когда завозился Arctic Cat, Альфы завозились в Россию. 248 кг. Измеряли Lynx Boondocker 19-й модельный год. 3900 DS. 19-й модельный год тестовый. Они больше 250 кг. Эксперт 20-го года. Первые эксперты, которые появились у нас здесь, 154-й эксперт 20-го года, 246 кг. Эксперт атмосферный 21-го модельного года, 247 кг. Эксперт 154-й турбо 21-го модельного года, 254 кг. 22-й модельный год эксперт я не взвешивал, потому что с 21-м годом никакой разницы нет. И еще я взвешивал саммит на платформе XP, наш проект эксперт. Он вышел чуть меньше 250 килограмм. И сейчас давайте взвесим самый современный Polaris на платформе Matrix Slash 2022 модельного года. Итак, у нас есть Polaris, правда, он не совсем в стоке, здесь стоит выхлоп, сейчас посмотрим какой, и немного не хватает где-то пол-литра масла. Бензин дольем сейчас полный бак до пробки, а вот глушитель и масло придется взвешивать так, как есть. Сделаем на это поправку. Все, сейчас заправляем полный бак бензина. Еще сняли сумку. На нем стояла сумка. Значит, глушитель. Какой стоит глушитель? Ужас, как неудобно сделано открывание боковин. То есть вам нужен вот такой ключ, который с ключом зажигания. Его вы вставляете сюда, вот в такие вот штуки. И откручиваете. Их здесь раз, два, три. Три, и непонятно, открутилась она или нет. В общем, на старом саммите все гораздо проще. Так, и какой глушитель стоит? Естественно, глушитель GGB вместо стандартного Quick Drive. Все чистенько, новенький снегоход. Значит, этот глушитель весит примерно килограмм, я думаю, на 5, на 4, наверное, даже на 4, меньше, чем стандартный
стандартного глушителя нет, поэтому не можем измерить, так бы можно было вес стандартного измерить и снять вес этого измерить, и было бы гораздо все точнее. Но будем взвешивать то, что у нас есть. Так, бензин залился полностью. Сейчас еще разочек включу. Все, сейчас утрамбуем еще. Ну, все равно под пробку залилось. Продолжаем. Взвешивание я обычно провожу с помощью вот таких вот весов. Они имеют следующие характеристики. Значит, грузоподъемность 500 кг, погрешность 100 грамм. То есть, в принципе, для взвешивания таких вот вещей, типа снегоходы, 100 грамм – это очень хорошая погрешность. В принципе, там плюс-минус килограмм здесь ничего не решает. Нам важно понимать, там 5 килограмм, 10 килограмм разница. И эти весы позволяют это сделать. Итак, все готово для того, чтобы взвесить снегоход. Давайте посмотрим масло. У нас вот масло. West Gold прозрачный, но его видно. Где-то пол-литра не хватает. Давайте посмотрим бензин. Видно, что под пробку трамбовал сколько мог. Значит, на кантере у меня висит GoPro-ха, которая все будет снимать. Включаем кантер. Все, ноль. И у нас пустой крюк. Ставим камеру и одним дублем снимаем измерение веса. Кстати, после того, как измерим вес снегохода, нужно будет еще измерить вес строп, потому что стропы сейчас находятся на снегоходе. Их вес 1,1 килограмм был в прошлый раз, но еще раз измерим. Может быть, они влаги напитали, там 1,2 или 1,3 будет. В общем, взвешиваем. Так, снегоход подвешен, и давайте смотреть, сколько он весит. Килограмм, но это вместе со стропами. Посмотрите, как он качается. Давайте сейчас его опустим. 233,5, 233,6. Но стабилизировался вес на 233,6. Поэтому запишем, вернее, запомним эту цифру и давайте взвесим стропы. Стропы собраны в пучок. Две стропы. Включаем камеру. Включаем кантер. Так, тест прошел. Давайте посмотрим штанали. 0,00. И подвешиваем стропы. Так, как посмотреть-то? 1,1 килограмма. Как и в прошлом году, как и в позапрошлом году, как и в позапрошлом году. То есть 233 килограмма, 600 грамм минус 1,1 килограмм, получается 232 килограмма, 500 грамм. Это очень хороший результат. Давайте запишем в таблицу. Наша табличка. И давайте подведем еще одну черту. На следующий год нужно менять табличку, а то когда выезжает из гаража, и на нее попадает снег, она уже такая потеряла вид. На следующий год эту табличку нужно сделать из пластика. Пишем Polaris Matrix Chaos 850
155 22 модельного года. 22MY. И у нас получается, что 233,6 килограмма вес вместе со стропами. Стропы 1,1 килограмм. То есть 232,5 килограмма вес этого снегохода. Но нужно учитывать, что нет где-то половины литра масла. То есть это еще полкилограмма, 233 получается. И стоит прямоточный глушитель, это еще килограмма 4. Но мы запишем тот вес, который мы увидели на кантере, минус вес строп. Соответственно, 232 килограмма 500 грамм. И на данный момент это самый легкий снегоход, который я здесь взвешивал. Перед этим снегоходом был 850-й Polaris 155-3 19-й модельный, 236,7 килограмма. Вот примерно такой вес и у этого снегохода, если прибавить масло и прямоток. Я думаю, там 235-236, а этот снегоход с прямотоком получился 232,5. Из BRP ближайший... Это эксперт. Двадцатого модельного года. 246,1. 13,6 килограмм разница. 13,6 килограмм разница. Это очень много. Но надо учитывать, что здесь стоит прямоток, а это все стандартные снегоходы. В общем, ребята измерили вес нового Полариса. Еще был бы турбо здесь. Взвесили бы турбо и сравнили с турбо BRP. Поларисы традиционно всегда весили меньше, поэтому результат прогнозируемый и ничего удивительного здесь нет. Очень интересно было бы взвесить новый G5 от BRP. Там заявлено, что вес ниже, а вот насколько ниже, это мы узнаем. Быть может, узнаем в следующем году. Но я уверен, что хоть несколько снегоходов G5, но будет здесь. Также, естественно, измерим вес новых линксов Shredder с мотором Turbo R. Но я думаю, что он будет весить как чугунный мост. Это мои предположения. Естественно, все будет на этом YouTube-канале, если YouTube не заблокирует. А пока не заблокировали, ребята, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Если вы еще до сих пор не подписаны. Кроме Ютуба еще подписывайтесь на Яндекс.Дзене. Ссылочка в описании. Там все эти ролики точно так же выходят. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.